Ну, с Шахтером, как знаете, тяжело играть. Мы показали характер, мужественно играли, вся команда. Поздравляю всю команду. Мы заслуженно играли, и поэтому получилось. Ну, хотели выиграть, но получилось ничего, неплохо еще. Ну, Шахтер во втором тайме начал агрессивно играть, более организованно, поэтому немножко мы посидели во втором тайме. Ну, слава богу, все в конце хорошо вышло. Да нет, я не спас, вся команда это заслуживала, эту очку. И поблагодарю всю команду, что они были так, как один за всех, все за одного. И поэтому результат получился хорошим. Хочу поблагодарить болельщиков, что они всегда рядом. И когда они в стадионе, мы еще импульсивнее играем, чем они, если нет у них. И еще хочу свою благодарность сказать нашим солдатам. Вы знаете, у нас сейчас тяжелые времена на родине. Хочу сказать всем спасибо, что они есть, что они на границе воюют за нас, за всю родину. Хочу поблагодарить их больше. Мы гордимся ими.